В этом году Краснодарский край посетило больше туристов, чем в прошлом. Об этом говорит статистика. Несмотря на временную приостановку работы аэропортов, на Кубани с начала года отдохнули почти 13 миллионов человек. В Анапе только за лето более 3 миллионов. В то же время улучшается динамика валового регионального продукта. Этот вопрос сегодня обсудили на краевом планерном совещании под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева. Из анапской студии в нем принял участие мэр курорта Василий Швец. Главной темой заседания стал принятый на Кубани план антикризисного и социально-экономического развития региона. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, важно оперативно реагировать на все изменения, чтобы помочь бизнесу перестраиваться и находить новые возможности для дальнейшего развития. Бизнес всегда реагирует на спрос. Мы должны и поддержать его, и максимально помочь. Очень быстро-быстро создавать, в том числе предприятия, либо модернизировать их для того, чтобы первыми удовлетворять спрос на краевом и на российском рынке, который возникает. Тут первыми они должны зайти на этот рынок, помочь им зайти туда. Это подушка безопасности. Почему? Потому что они быстро реагируют на рынок. Быстро на спрос, да. Меняющийся, реагирует. Пока большой бизнес, да, важно, но этот корабль развернется, малый и средний быстрее. Быстрее, они быстрее хватают ситуацию, они быстрее, быстро модернизируются, перестраиваются и идут удовлетворение того спроса, который возникает. Они мобильны. Вот это, если хотите, конкурентное преимущество малого и среднего бизнеса. Поэтому, конечно, мы должны поддерживать. И фермерство, безусловно, и малый и средний бизнес в крае. Поддерживать всесторонне.